Менее 30 минут играть еще командам, и мы видим, Алекс Хантер готовится вступить в игру. Юнайтед уступает, но не сдается и хочет перевернуть игру в свою пользу. Есть время у Алекса, чтобы проявить себя, и это важный момент для него и для его команды. Антони Марсиаль. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. И судья указывает на точку. Очень странное решение арбитра. Он показывает на 11-метровую отметку, а почему-то карточку не достает. Ну, наверное, посчитал, что пенальти достаточное наказание вот за этот фол. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас они совпали. Ну что ж, этот пенальти уверенно реализован. Мастерски забивает вратарь, тут не удел. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Два-два, у нас снова равенство. Райан Бертран. Чарли Остин. Пока неплохо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Поднимает флажок линейный арбитр Гаррет Уокер вне игры. Арбитр считает, что здесь было положение вне игры. И, как мы видим, он абсолютно прав. Оборона сегодня играет очень слаженно и не первый раз уже ловит в офсайдную ловушку. Блин. Антонио Валенсия. 20 минут до конца основного времени матча. Терпеливо ждут они своего шанса. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Это Уокер. Майкл Керри. Пас в разрез очень точно. Уокер. Пробил. И как пробил. Хантер забивает гол. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Пять голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Георгий Классик. Какой пас проходит? Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Уокер. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Валенсия. Антони Марсиаль. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Чарли Остин.
Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Может получиться интересная атака. И здорово играет защита. Штрафной удар. Пошли последние 10 минут игры. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Морган Шнайдерлин. Это может быть опасно. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Морган Шнайдерлин. Классный отбор, можно играть. Играть осталось самую малость, но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Мяч летит в штрафную площадь. Стивен Дэвис. И справляется вратарь с этим ударом. Главы разыгрывают футболисты Саутгемптона. Защита справляется. Матео Дормиан. Манчестер идет вперед. Хантер. Удар. Невероятное спасение. Сейчас будет подан угловой. Команда понимает, что это шанс увеличить отрыв и решить исход матча. Поль Погба. Удар в перекладину. Ну что, нужно забивать с этого углового и завершать игру. Два мяча за оставшееся время не отыграть. Крис Моллин. На месте голкипер, все в порядке. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, угловой. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Получает мяч на ходу. Нужно бить поворотом. И так звучит в финале свисток. Побеждает Манчестер Юнайтед. Да, они проиграли, но были в шаге от сенсации. Представляешь, Константин, как сейчас чувствуют себя болельщики этой команды. Я думаю, они готовы буквально на руках носить своих любимцев. Действительно, и уже на следующую встречу им придется выходить в совершенно ином статусе. Теперь к ним будут относиться гораздо серьезнее. И судья указывает на точку. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Just feels good to have the 3 points in the bag. It was a tight game, both teams had chances, but our lads managed to find that little bit extra. It's a real pleasure to be part of such a strong team. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. The team's tactics seemed perfectly set up to deal with the opposition today. Any thoughts on that, Alex? Yeah, you know, the gaffer had a very clear plan for today, and
I think the lad stuck to it perfectly, and that really showed in the way that we played. That's all, Alex. No problem. It's been going well, Dad. A few sub-appearances, more than I expected. Think you might be able to come see me play soon. You have any idea how much flights to England cost these days, Alex? Yeah, but, you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I could help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. Better be off, okay? Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son. Remote. Michael, what do you think you're doing? And with such a world-class player as Harry Kane joining our squad, we're confident we can push on from last season. Harry, how does it feel to have signed? Yeah, really excited. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. And Philip Bernard into the squad, as well as signing several promising youngsters like Gareth Walker. So we're very happy with the group as it stands now, but in this game you never know. In a bit. Good workout, mate. Hey, Harry. Welcome to the club, mate. Hi, you alright, Alex? Yeah, I see your debut, you've done well. See you around. All right, lads, time to work. The gaffer's asked me to work on tackling with you lot. If you can believe it, I agree with him.
keep it up. Come in. Have a seat. You know, lad, this league's more intense than anything you've ever experienced. It'll chew you up and spit you out if you're not 100% ready for it. I'm ready. Well, right now, you're doing all the right things to get noticed. And ordinarily, that would be enough to get you a start. But the manager feels it's still too soon for you to be starting a Premier League game. You still need a bit of experience from the bench before you're ready to walk out with the rest of the lads. Hey, keep working hard, playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand? Good. Right, I'll be off with you. Cheers. Substitution. 15 минут игры впереди, Алекс Хантер выходит на замену. Юнайтед пока переигрывает своего соперника. Алекс должен сейчас активно сыграть в атаке и помочь увеличить преимущество своей команды. Надо постараться удержать преимущество, поэтому и происходит эта замена. Идет в атаку Хантер. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Чу-чу-чу-чу-чу. Вне игры. Свободный удар. Эрнандес. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Замену проводит тренер-хозяев. Посмотрим, кто покинет поле. И вот потери в центре поля. И в разрез. Шикарно. Этот навес становится легкой добычей защитника. Антони Марсиаль. Алекс Хантер устремляется в атаку.
И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч. Судя по усиленной разминке, одного из игроков сейчас будет замен. Антер! Атака остановлена, но кто получит мяч? Много еще играть, 10 минут. Манчестер в атаке. И удар должен последовать. И снова вратарь, и снова на высоте. Эрнандес. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Алекс Кантер. Может получиться интересная атака. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафные. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Примерно 8 минут осталось играть во втором тайме. И может быть последний шанс в этом матче. Штрафной удар. Желтая игроку МЮ. Заслуженный горчичник, довольно грубый фол. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой всегда карается штрафной. Тут может что-то получиться. Отобран мяч, надо возвращаться. Ушел мяч за боковую, Манчестер Юнайтед вбрасывает. Морган Шнедерле. Атака продолжится через фланг. Великолепный пас. Алекс Кантер. Блестящее спасение. Еще одно. Манчестер Юнайтед будет вбрасывать из-за боковой. Морган Шнедерлин. Может Манчестер игру продолжать. Генрих Мхитарян. Посмотрим за этой атакой. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ударище просто. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать игру, дал доиграть эпизод. И после только остановки матча выписал желтую карточку этому игроку. Погба! Мяч в воротах, и это гол! Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Отличная атака, отличный гол. Очень грамотно они разыграли этот стандарт и смогли с него забить. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Пока неплохо. Свисток арбитра фиксирует нарушение и пробьют соперники Манчестер Юнайтед. Все здоровы, так что эта замена продиктована исключительно ходом игры. Слишком далеко, очень неточно. Тренер сразу задействовал две руки. Одной показывает кулак, а другой крутит у виска. Что ж ты делаешь, дорогой? Хантер. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Эрнандес. Мяч не дошел. Игрок Манчестер Юнайтед нарушил правила. Желтая карточка.
штрафной на последних минутах игры. Это предупреждение. Три минуты будет добавлено. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Манчестер идет вперед. Получает мяч на ходу. Алекс Хантер. Морган Шнайдерлин. Восхитительный удар головой. Гол! Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана, но улучшить разницу забитых и пропущенных мячей никогда не повредит. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Манчестер пол команды обыграл. Ничего себе! Итак, звучит в финале свисток. Побеждает Манчестер Юнайтед.